046-468. 43-я программа. Ната, отойди. Ты включаешь? Включаешь? Ну все, мы пошли уже. Мне не сюда не надо. Левый попс. Да? Полетели на экстрим. Бай-бай, папа с мамой, муж, если шо, не поминайте лихом. Так, Дима, не жалей, давай. Максимум я тебе скажу, что мне поплохело. Только что-то я как-то свободно себя чувствую. Я тебе скажу. Потом, что делать, а не пойти? Ну, мам,
буду так говорить. Все, я вот. О, так что ж ты сразу не предупреждал? Я тут распинаюсь уже. Второй полет, блин, распинаюсь, а оказывается, меня не слышно. Ой, как классно. Когда высоко совсем. Воевали? Ага. Не, просто нам говорили, что вроде как это, вроде были горы, которые не завоевывали. Не воевали. Смотрите, может быть. Собираешь одну это, да? Петлю, как можно на парашюте петлю сделать? Да? Спасибо. Так, я сейчас покажу наглядно, не беспокоиться. А эти тоже на экстрим, что ли? Что тоже они так высоко? А, просто... Вообще другие селения смотрят. Казбекстан. И вот ты часто их смотрел, да? Окей. Thank you.
А что та гора розовенькая такая? Да. А тут все много металлов. Какая водичка, что ты пьешь, все с металлами. Вся, я говорю, тут много металлов, да? Все, что не пьешь, все с металлами. Удобно делать сам, вы себе красивы. Ноги мои не особо чистые. А вы откуда вообще? Я совсем, как бы, сейчас мы из Израиля, а я родилась в Баку. А муж мой украинец. У нас такая мужская солянка. А? Да, у нас там много. У нас есть там с России в группе, с Украины, я из Баку и все там. Но все вместе мы с Израилем. Вай-вай-вай, как мы высоко. Ого. Ого, как мы высоко. Они тоже, наверное, будут акробатики делать, да? Они невысоко поднимаются тоже? Вон мужа там тоже аэробат. Тоже, да? Вон они тоже. Да, вот с этого стартера. Если высоко, обычно, ну, обычно аэробат. А вон какое-то озеро, не? Или это что? Просто треугольник. Да, вот такое там. Озеро там? Большая лужа. Ну смотри, если она отсюда вот выглядит, это... Если мы ее отсюда вы заметили, то, наверное, она все-таки... Это большое, да. Там нету никаких речек, не впадает. А, она или стоячая? Дожди. Стоячая вода? Да, стоячая, поэтому там... Поэтому лужей называется. Ой, как мы высоко. Выше, чем птичий полет? Ого. Ну, вот я чувствую себя... Чувствую себя орлом. Тут бывают двухметровые, большие-большие. И что, бывает, что ты с ними встречался прямо в полете? Конечно, рядышком летают. Ого. А что так ко мне не прилетело? Ну, они, конечно, нас облетают, но еще больше. А что мы начинаем, скажи? Начнем с... Это что такое? Дима, ты снова! Я снова!
кукле полетели в твою сторону. Мы подготовлены. Да. Тут не всегда сопли, подряд бывает. Понятно. А если бы тебе мне было бы плохо, то бы со мной... Нет, стекло. Да? Ну а что рисковать? Понятно.